Вы наш подписчик? Да, подписчик. Сколько уже смотрите канал? 2 года почти. Даже может больше. Понятно. Что-то ценное можно на нашем канале посчитать? Например. Ну, в общем, могли бы что-нибудь предложить, чтобы мы что-то усовершенствовали на нашем канале? У вас все отлично, реальные ребята. Все отлично? А это ты имеешь в виду? Ну, конечно, я все понял. Дай бог, на сейчас США, я что хочу сказать. Вот своим, видеть с ними мы еще. Своим знакомым, которые они вот сказали, они даже некоторые сомневались, что вот у меня получится у нас. Они все ждут. Вот что я хочу сказать ребятам, что езжайте смело. Они на самом деле знают свое дело, свою работу. И то, что они говорят, это не слова. Это они реально делают это все. Поэтому один человек, я вот помню, один кто-то вот сказал, вчерашний день, говорит, лучше, чем сегодня. Сегодняшний день лучше, чем завтра. Поэтому вот то, что сегодня, на завтра не отложите. Все, понял. Спасибо большое, друзья, спасибо. Спасибо вам тоже. Так, ребята, мы в аэропорту, терминал номер 4. Сейчас будем покупать билет, или Интерджет, или Air Mexico.